Всем привет! Сегодня я приехал порыбачить в свое любимое местечко. Это то место, в котором я таскал практически всех крупняков, которых вы видели на моем канале, в моих видео. Вот так вот оно сейчас выглядит, это место. Вода поднялась. Еще пару дней назад воды было намного меньше. Ну, берег вот такой обрывистый, в принципе, как и всегда. Сейчас я собрал 4 донки, взял кукурузки. Вот здесь для начала сейчас расставлюсь. Там происходит какая-то дичь, вон бревно плавает. Непонятно, зацеплено за какой-то садок. Там я что-то смотрел, так и не понял. Надо будет, наверное, как-то сейчас избавляться от этого всего дела. Не знаю, посмотрим, получится, нет. Вот так вот здесь, блин. Ну, нормально, в принципе. Практически ничего не изменилось с прошлого года, в отличие от других мест, в которые я ездил в этом году. Где в прошлом году рыбачил, там теперь рыбачить уже невозможно. Пару мест просто исчезли. Замывает песком. Вот в чем дело. Поэтому, в принципе, там теперь и невозможно рыбачить. Где-то стало мелко слишком. Где-то вообще появился остров, где его раньше не было. Так, ну что? Блин, как же меня вот эта коряга смущает. Сейчас покажу, что там происходит. Чуть-чуть в шоке, как так могло получиться. Так. Ну, здесь, в принципе, наверное, даже закидушек 5 можно установить. Места хватает, в принципе. Опа, вот так вот. Так, ну что, сейчас посмотрим, что там творится. Просто слегонца понять не могу. Вот видите, бревно какое-то плавает. Бревно плавает за какой-то садок зацепленное. Что за фигня? Блин, надо как-то от этого избавиться. А вот как, я пока понять не могу. Плохо будет, если я бревно отцеплю, а вот этот садок там останется. Вот он мне будет мешать очень сильно. За него, возможно, зацепы будут у меня. В общем, я сейчас заброшусь. Здесь закормлю чуть-чуть. Потом пойду возьму подсак. Подсаком, наверное, подтяну его. Попробую выдернуть оттуда, что ли. Посмотрим, короче. Сейчас буду избавляться от него. Принес, в общем, еще одну закидушку сюда сделал. Потому что места, в принципе, достаточно. Хочу так закормить именно это место конкретно. И здесь ловить, никуда не дергаться. Ну, может быть, еще одну там пониже поставлю, где я один раз амура поймал. А так, в принципе, вот здесь в одном месте и буду рыбачить. Камыш здесь отрос. Это очень хорошо. Потому что не будут так сильно видны мои закидушки. Это просто замечательно. Надеюсь, что здесь не будет столько карася, как везде сейчас на речке. Здесь, в принципе, течения особо нет тоже возле берега. Поэтому он может здесь тоже стоять. Он сейчас такой неактивный, уставший. И в основном держится вот в стоячей воде. Поэтому, может быть, он здесь.
пока так подальше поставлю к течению. А к вечеру, наверное, поближе к берегу буду все, в общем, установил 5 штучек. Будем ждать поклевок. Надеюсь, придет крупничок. Амурчик, сазанчик. Посмотрим. Сделал еще одну донку. Поставлю ее вот там вот. Тоже в корягах. Взял подсак. Сейчас буду вот с этим что-то пробовать делать. Вытаскивать здесь. Пока пойду заброшу. Вот здесь хочу поставить. Только как туда слезть, даже не знаю. А раньше здесь был спуск. А теперь... Ладно, придется там дальше подниматься, спуститься-то спущусь. Ой, ё-моё. Здесь у меня амурчик брал в одном из видео. О, утка поперла. Да, здесь какой только живности нет. Пока сюда ехал, лисенка видел. Вот такой вот маленький. Обычно я их видел таких уже взрослых. Такие они все замученные, грязные постоянно. А это такой чистенький, маленький, красивый. Ну вот такой вот буквально. Не смог заснять его, он в нору убежал. Ну, ящерица поймала, кого-то жует, вот она. Эй, блин, убежала. Ночью шакалы придут. Все как положено. Так. Ну что, бревно? Вот это не в тему, конечно, оно здесь. Еще и глубина резко уходит. Блин, не могу дотянуться. А может быть, мне его даже не вытаскивать, не отрывать, а вот сюда вот так утянуть и здесь положить. И как раз тот садок сюда притянется, не будет там торчать. Ну и бревно, соответственно, тоже. Да, наверное, так и сделаю. Тяжелое.
Во! Фу. Вот так, наверное, оставлю. Просто я боюсь, что я его сейчас дерну, и тот садок оторвется от бревна, и за счет этого он там будет болтаться. Если рыба сюда затащит закидушку, то за него зацеп будет. Ящериц что-то прям много так по берегу. Таких мелких. Вот они шустрые. Еще и не поймаешь. Так бы хоть поймать, посмотреть ее поближе. Но ее не поймаешь. Слишком шустрая. Хожу, смотрю. Может, жерех будет активный. Половить. Но пока не видно активности жереха. Тишина полнейшая. Похоже, что здесь случилась поклевка. Есть вероятность, что под корягу затащила уже. Скорее всего. Ничего себе. Неужели сазанчик уже? Да, похоже, уже сазанчик. Так быстро. Вы видите, мне надо здесь бы поближе сидеть. Потому что я поклевки вообще не слышал. Ушел туда судачка пробовать ловить. А здесь пришел уже, блин, смотрю. Вот это вот поклевка была. И вот на этот. Ну, вот он, сазан. Я и не сомневался, что я здесь его буду так ловить. Иди сюда. Мощный, шустрый. Ну такой, не крупный. Чуть-чуть за килограммчик. Нормально. Да тише ты, блин. Крючки хорошие, конечно. Фиг сорвется, когда... Оба-на. Вот такой вот сазончик. Чуть больше килограммчика. Пойдет. Отлично. Я даже не ожидал, что так быстро поклевка случится. Сейчас посмотрим. Вот здесь, может, тоже что-нибудь сидит. Здесь пусто, похоже. Но дергало. Да, не ожидал я, что так все быстро будет. Но, тем не менее... В этом своем месте, любимом, я уверен. Здесь у меня всегда клев есть. О, уже клюет. Есть еще поклевка. Дело в том, что я поклевок не слышу вообще. Потому что ветер от меня дует в эту сторону. И вообще, как бы приходится просто ходить, постоянно проверять. Вот, пришел очередной раз. Смотрю. Загнулся опять. Будем смотреть, кто там.
такой же, как и первый. Какие мощные, а? Как сопротивляются. Хоть и мелкие. На одну и ту же закидушку, которая ближе стоит к коряге, вот на нее и клюет. Вот такой вот. Ну, не сильно крупный. Длинный. Такой вариантик. Ну ничего, сейчас посмотрим. Крупняк, думаю, тоже должен подойти. Куда он денется?
решил пойти перезабросить закидушки. Пока дальнюю перезакидывал, вон там поклевка опять на том же. И этот тоже трёсся перед ним, который стоит. Фу! Кто-то там сидит, пойдем смотреть, кто. Так, еще и бубенчик куда-то слетел. Сильно дергал. Блин, успел под коряги затащить, кстати. Вот это плохо. Под коряги затащил. Вот вовремя не среагировал я. Здесь тоже кто-то дергает. Блин. А, вот бубенчик, кстати. Здесь возможно, что рыба уже сошла. Блин. Ну да, это зацеп. Не, рыба сидит. Но нужно, чтобы она вытащила. О, пошел. Вот оно, сазанчик. Вместе с веткой вышел. Стандарт. Даже фрикцион отпускать не буду, чтоб опять не затащил. Хорошо. Повезло. Вытащил. Ну, не крупная опять. Я говорю, стандарты. Вот такой. На сегодня это, наверное, самый мелкий. Так, ну а здесь что? Карась. Что-то поклевка больно слабая. Так. Там тоже. Ничего себе. Да, здесь карась. О, началось. Раздача. Нормально. Днем. Даже не вечером. Уже раздача идет. Конечно, классно. Так, какой? Вот этот. Ну вот как они садятся на такой большой крючок, а? Я вообще поражаюсь. Не караси, а монстры какие-то. Сейчас, в общем, все перезабрасывать буду. Ну и ждать дальше поклевки. Клюет, уже три сазана есть за сегодня. Довольно неплохой результат. Пришел перезакинуть. Только забросил. Здесь сразу затряслось. Но я его близко к берегу
бросил, может быть, поэтому. Надо, наверное, подальше бросать немного, иначе карась задолбает. О! Так, там уже где-то поклевка имеется. Да, надо чуть подальше, наверное, от берега бросать, потому что карась сразу съест. Ну, кстати, на некоторых крючках я сейчас пришел, когда перезабрасывать вытаскивал, кукуруза еще целая была. Так что, может быть, не все так и плохо. Но здесь не столько много карася, как в других местах сейчас на речке. Чуть подальше бросил. Так, ну вот опять я не слышал ничего, что здесь происходило. Один утащило, на втором бубенчика нет. Уф. Сейчас будем смотреть, кто там это все натворил. Наверное, сперва надо... Ох, ничего себе, они переплелись. Так, где бубенчик? Вот он. Бубенчик. А, это утащило вот этот, а не тот. Просто они переплелись. Теперь понятно. Это получается, их оба утащило, что ли? Вот это да. Так, здесь кто-то есть. Надеюсь, они не перепутались. Ну, блин. Под корягу зашел. Надо, чтобы выходил он оттуда. Похоже, он и за этот тоже зацеплен. Так. Надо попробовать вот этот потащить. О, и тот трясется. Все трясутся. Ну, здесь понятно. Да, блин, не дергайся ты. Здесь понятно, карась. Не крупный. Так, вот что с этим делать? Это надо отцеплять, чтобы из-под коряги вылез он. Там тоже карась сидит. Ну, давай, выводи. Он там сидит, но под корягу втащил. Вот этим это место, конечно, сложное. Сколько раз я уже сюда залазил, не сосчитать. Вон она прямо так лежит, под нее затаскивает. Потом уже сложно вытащить, конечно. А, все, сошел сазанчик. Вот она, коряшка. Ну, хорошо, хоть не оторвал. И то хорошо.
Ну, здесь понятно, что карась сидит. Сейчас хочу один снять, тот крайний. Пойти поставить его под деревце. Там недалеко от моей стоянки есть деревце тоже. Над водой склонилось. Хочу туда поставить. Этот покрупнее такой. Не успел уйти. Здесь уже клюнуло. По всей видимости, сазанчик. Угу. Так, ну я сейчас те два собирать буду. О, сошел. Офигеть. Слетел. Ну такой же, наверное, был. Не крупный. Утро. Неплохо так поспал, конечно. Ничего не скажешь. Выспался. Иду туда. Сразу взял с собой подсак. Кукуруза. Больше чем уверен, что там хотя бы одна закидушка вымотана. Всегда так бывало здесь. С утра приходишь постоянно. Уже там либо кто-то сидит, либо уже давно сошел, но утащил в корягу. Кое-что придумал, чтобы из-под коряги вытаскивать леску. Да, вот этот. Сразу видно, вот этот самый крайний утащило. Так, другие. Другие пока не видно. А, нет, другие все нормально стоят. Без поклевок. На один только поклевка. Пойдем смотреть. Ну и дальний тоже глянем. Да, утащила, конечно. Главное, чтобы она не была там под корягой. Если над корягой, то нормально. Сейчас пока надо вот эти, наверное, все повыматывать. Остальные. Потом будем смотреть, кто там есть. Ну, даже кукуруза целая. Все, убрал эти закидушки, остальные. Как ни странно, всего один сработал. Даже кукуруза на некоторых. Ну что, надеюсь, рыбка еще сидит здесь. И надеюсь, без зацепа. Катушка полностью вымотана. А это значит, что там кто-то нормальный. Хотя небольшой сазанчик тоже может вымотать нехило. Взял удочку 5-метровую, если что, чтобы ей из-под коряги вытащить леску попытаться. Ну да, там, конечно, леска подзацеплена. Нет, как ни странно, леска-то над корягой прошла. Вот там дальше тоже есть коряги, конечно. И под них тоже могло зайти. О, моя любимая коряшка. Опять я на ней рыбу вываживаю. Зацеп, видать.
Да. Там где-то дальше под корягу завел. Ай, блин. Ну неужели не узнать, что за рыба там? Да. Отдергает. О-о-о. Рыба-то сидит. О, рыба сидит. Но завел куда-то под корягу. Это сазанчик. Не похоже, что сильно крупная рыба там. Сазанчик сидит. Но вот как его вытащить теперь, это непонятно. Видать, давно клюнул. Не знаю, надо как-то пробовать отпускать, что ли, чтобы он вывел из-под коряги. Да, там сазанчик подергивает так. Так, вот так сделаю. Сейчас пойду оттуда пробовать. Ой, ё-моё, потянул. Так, подсак пока пусть здесь лежит. Блин, опять вот эти танцы с бубнами по вываживанию. Как ни странно, пока идет. А нет, вот все встало. Блин, что же делать. Так, вот здесь где-то он под корягу завел. Ну, давай, выходи. Ух ты. Мощный. Ух ты. Сопротивляется как мощно. О, вышел что ли? Точно вышел. Да неужели? Хорошо. Все-таки я его вытащил. Не зря прогулялся. Ну, опять не крупный. Такой же. Ну, покрупнее, наверное, всех, что я поймал за вчера. Ну, все равно не особо такой большой. Да, блин, не брызгайся. Так, а где крючок? Что-то я понять не могу. Где крючок? А, вот оно. А как так? Смотрите, какой пирсинг. Столько просидел на крючке и все сопротивляется. О, какой. Ну, такой уже увесистый. Нормальный сазанчик. Молодец. Хорошо утащил. Такой недовольный уплыл. Фу, ну нормально. Пойдем перезабросим. Сейчас, может, с утра тоже клев начнется. Ну хорошо, сазан идет. Наконец-то я попал на такую рыбалку.
Да, этот карась уже достал вездесущий. А так нормально, сазанчиков таскаю. Надеюсь, амур подойдет. Ну и надеюсь, что и сазанчик клюнет по увесистей. Посмотрим. Да, сегодня утром не такой прям хороший клев, как вчера. Вчера повеселей, конечно, сазан клевал. Ничего, сейчас сварю кукурузы, засыплю здесь прям немерено. Ну, карась нет-нет, подергивает. Сазанчик пока молчит. Сейчас прикормим нормально, думаю. Опять пойдет он. Здесь стоит. Пока тишина. Везде пока тишина. Но в принципе наснимал я уже много. И поклевок было много. Поэтому, наверное, я на этом закончу первую часть этой рыбалки. Потому что очень много чего наснимал. Все в одну серию не получится уместить. И мне так будет проще. И вам смотреть интересней. В общем, на этом я эту часть закончу. Если что, перейдите под видео. Если вторая часть уже вышла к тому времени, как вы смотрите это видео, то там будет ссылка на вторую часть. А так, вечер сегодня. Еще завтра утро я порыбачу, поснимаю, посмотрим, может быть, что-то клюнет. Все-таки, наконец-то, конкретное. Все увидите на моем канале. На этом все. Буду заканчивать. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Увидимся в следующей части. А я пошел готовиться к рыбалке вечерней.